Разрешение на ввод в эксплуатацию школы в селе Объячьево Прилузского района получено. В ближайшее время на объект выйдут специалисты управления Роспотребнадзора по Коми, чтобы составить заключение. После этого региональный Минобрнауки займется получением образовательной лицензии. Школу на 600 мест планируется торжественно открыть уже в апреле. Она построена благодаря национальному проекту образования. Строительство объекта глава республики держал на личном контроле.